Сенсация! Сегодня 100 лет самарскому теннису! Приходим, берем у меня газетку. Именно здесь, в Пушкинском сквере, созданном владельцем Жигулевского пивоваренного завода Альфредом фон Вакана, под радостные возгласы публики в воздух взлетел первый теннисный мяч. Так начался первый чемпионат Самары по лаун-теннису. Об этом свидетельствуют найденные протоколы заседания Самарского яхт-клуба. Поэтому не случайно, что основные торжества в честь столетнего юбилея проходят именно здесь. Чеканка юбилейных монет, бесплатные сладости и общая атмосфера праздника. После исторической реконструкции первого теннисного матча торжественная церемония открытия скульптурной композиции «Дама с ракеткой». Прообразом послужила известная самарская благотворительница Мария фон Бередер. Именно она вместе со своим супругом фон Вакана стояла у истоков развития спорта в Самаре. 100 лет назад в теннис играли всего 42 самарца. Сейчас их более 4500. Среди почетных гостей праздника Шамиль Тарпищев, президент Федерации тенниса России, и первая российская чемпионка мира по теннису, жена сенатора от Самарской области Сергея Мамедова, и, кстати, трижды мама Анастасии Мыскина. Мне кажется, вообще это то, что здесь происходит, это очень великое событие для тенниса, что мало кто празднует, мало кто вспоминает вот это столетие и еще какие-то даты. Поэтому мне очень радостно, что я здесь. И, безусловно, то, что я видела вчера на мастер-классе, и, надеюсь, сегодня вижу, дети талантливые, потрясающие дети. Очень хочется, чтобы они потом стали еще лучше. История местного тенниса пока плохо изучена. Исправить ситуацию призвана программа «Год тенниса в Самарской области». Планируется создание тематических фильмов, публикации новых книг и проведение многочисленных турниров. Это сегодня историческое событие. С праздником, с Днем города, успехов всем нам, добра. И пусть подобного рода уголков в Самаре, в Самарской области будут десятки, сотни и тысячи. С праздником вас!